Բայց առաջինը եթերում հարցազրույցն է։ Ռուսաստանում նախագահական ընտրությունների արդյունքները ըստ էության կանխատեսելի էին, բայց դրանից չեր նվազում հետաքրքրությունը այդ ընտրությունների նկատմամբ։ Կան արդեն առաջին արձագանքներ, այդ թվում և Հայաստանից։ Իմ զրուցակիցն այսօր քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այն որ Վլադիմիր Պուտինը հաղթելու է, գրեթե ոչ ոք չէր կասկածում, բայց 63%-ով անակնկալ է կարծես։ Ինչպես միշտ ես ներողություն կխնդրեմ ու կանցնեմ ռուսերենին, но может быть Россия правильно говорит по-русски. Вы знаете, и я ошибся. Я перед выборами мне казалось, что будет процентов 56-57. Получилось больше, ну вот на сегодняшний момент, на этот момент, на который я говорю, почти 64%. Это, в общем, не вполне ожиданный результат, я скажу. Конечно же, никто не ожидал, что Путин проиграет, и почти никто не говорил, что будет второй тур. Было понятно, что в первом туре Путин победит. Почему случилось то, что случилось с процентами, тоже более или менее понятно. Понятно, что власть в России очень сильно напряглась для того, чтобы организовывать эти выборы. А когда сильно напрягаешься, бывает так, доли процента высчитать сложно, и люди на местах, они достигают таких результатов, которых от них и не требовалось. В любом случае, Путин победил, Путин стал президентом или станет президентом после инаугурации. Теперь безумно интересно посмотреть на то, как будут развиваться события в ближайшие дни и в ближайшие месяцы. То есть, как российское общество будет принимать результаты. И Чаванака сценарнера. Обязательно будут протесты, собственно, они уже есть. Обязательно будут разговоры о массированных фальсификациях, это тоже уже есть. Обязательно будут попытки митингов. А вот дальше интересно как, потому что митинги могут быть больше или меньше по размеру, митинги могут быть более или менее длительные, митинги могут быть изолированными от общества и не изолированными от общества. Это посмотрим, как будет работать, ну, даже не оппозиция, вот те люди, которые будут организовывать протест, потому что политической оппозиции в собственном виде в России нет. И каким образом будут реагировать власти? Очень интересный, хороший вопрос. Спасибо, хороший вопрос. Дело в том, что то, что мы имеем в виду под оппозицией, те люди, которые были на Болотной, причем я имею в виду и тех людей, которые были, собственно, на площади, и те, которые были на трибунах, это не политическая оппозиция, это гражданский протест. Заметьте, ну вот представьте себе, что в Армении происходит какой-нибудь митинг после каких-нибудь очередных выборов, и на трибуне стоят не представители армянской политической элиты, то есть на трибуне нет, на трибунах протестующих нет, скажем, лидеров АНК Армянского национального конгресса, нет, я не знаю, лидеров других армянских политических партий, а стоят такие люди, как вы или я. То есть там стоят. Это гражданский протест в условиях, когда оппозиционное поле в России было зачищено практически подчистую. И там проявились люди, которые просто организовывали протест, которые просто говорили, они ведь даже не говорили, за кого они хотели бы голосовать. Они говорили, организуйте честные выборы. Сделайте так, чтобы мы этому доверяли. Это был протест. Эта ситуация похожа на поздний 87-й, ранний 88-й год в Армении. Или на позднее Горбачевское время в России. Айс аменум ичканов дэракатарутюн кунэна гнахатакан антрутюнэри нагатма. Поэтому дрси, нерси, каравурен дранг. Ну, для России... Аремуткин, чпес карзаганки, дранис пити хэдэвутюнэр анэл. Уже есть предварительное заявление Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, я его успел пробежать глазами по диагонали, только оно буквально только появилось. Там то, что мне я успел увидеть, на английском языке, конечно, да,
появился вот этот вариант. Написано на то, что в общем и так понятно, что распределение телевизионного времени и подготовка выборов была не вполне справедливой. Что, в общем, мы и без ОБСЕ понимаем. Другое дело, что заявления такие будут, это понятно. Это будет говориться. Что касается того, что будет изнутри, будут говорить о массовых фальсификациях, будут показываться ролики, будут выступать люди, власть будет отвечать, что, конечно, какие-то фальсификации на местах были, что это делали какие-то люди, организовывающие эти выборы на местах, но что изменить они результаты выборов не могли. Вряд ли кто-либо всерьез может говорить о том, что Путина обошел Зюганов или Прохоров или кто-либо еще, но я думаю, что заявление о том, что Путин реально не прошел во второй тур и что он набрал меньше 50% будет. Но набрать для того, чтобы этот протест развернулся, нужно собрать сотни тысяч людей и нужно, чтобы эти сотни тысяч людей, ну скажем так, не уходили с площади, нужен Майдан. Мне не кажется, что это вероятность такого рода развития событий, скажем так, украинского или грузинского, вероятно, хотя бы потому, что у протестов нет лидера, нет Саакашвили или Ющенко, нет ничего. Хэнц Эти Мастов, Владимир Путин и Шноравурлен Болор Текнационера Баци Зюгановиц. Зюганова Каруга Дарна Лайтписи Акаракорт Путинин. Это дракон. Нет, конечно, у Зюганова в этих выборах была вполне определенная роль. И эта роль, конечно же, не является ролью человека, который сражается с режимом. Более того, у Зюганова никогда не было такой роли, на самом деле, всю его политическую карьеру. В том-то и дело, я еще раз говорю, да, что те люди, которых мы видим как политиков, которых нам предъявляют как политиков, они не являются политической оппозицией. На Болотной площади не было этих людей, и те протесты, которые выражаются, это не политический протест, это гражданский протест. Ես էլ հանդիպեցի մի քանի հրապարակումների, որտեղ գնահատականներ էին տրվում այս ընտրություններին և մի հետաքրքիր արտահայտություն էր, գրեթե բոլոր հրապարակումներում կար. Մենք գործ ունենք վերադարձած իշխանության Պուտինի հետ, թե նոր Պուտինի հետ, և այդ հարցը անմիշտ անպատասխան էր մտնում տողատակում. Мы будем иметь дело с новым Путиным. Точнее, не мы, граждане России. Мы тоже, на самом деле, Армении придется иметь дело с новой Россией. И гражданам России будут иметь дело с новым Путиным. Потому что любой, я не знаю, студент политологии какого-нибудь третьего курса, сколько-нибудь приличного университета, понимает, что сильный авторитарный лидер, сильно легитимный авторитарный лидер и слабый или слабо легитимный авторитарный лидер – это разные вещи. Был в России на протяжении более чем 10 лет, было что-то вроде социального контракта. Путин был легитимен. Легитимен не в строго юридическом смысле, не в том смысле, что вот он был легитимен юридически, а вот социально он был легитимен. Это кончилось. Это кончилось не сегодня. Это кончилось, пожалуй, что осенью, когда было объявлено о обратной рокировке Медведев-Путин. И точно это кончилось на Болотной площади. Вот той легитимности, которая у Путина была, ее уже нет. И Путину придется каким-то образом по-новому выстраивать и свой имидж, и свое место в российской политической системе. Это новая ситуация. Асинген Кремля кодзевавори кагакан нор оракарк. Евнерси евдерси амар. Не только Кремль. Это раньше Кремль мог один строить себе политические схемы. Если раньше он мог почти не учитывать почти ничего, то теперь ему придется много чего учитывать и много с кем договариваться. И вот Путин, который договаривается, это новое явление. И то, что им придется учитывать очень многие вещи вокруг, это вне всякого сомнения. И Кремль один уже не может работать. Собственно, если внимательно следили, граждане Армении имели эту возможность, они могут видеть российское телевидение, за предвыборной кампанией это было очевидно, что власть в России учитывает то, что она раньше не учитывала просто. Има айстер шат каревор е наев, те
ինչ ազդեցություններ կգրեն ընտրությունների արդյունքները, ինչպեսի ազդեցություններ կունենան հետագա հարաբերություններում Ռուսաստանի եւ նրա հարևանների, մասնավորապես Հայաստանի հետ, Հարավային Կովկասի հետ եւ այն երկրների հետ, որոնց հետ Ռուսաստանը ունի ռազմավարական նշանակության հարաբերություններ. Մենք այդպիսի փոփոխություններ պիտի սպասենք, ակնկալենք. Я не думаю, что может измениться вектор российской политики. С изменением формальным вот на выборах президента России с Медведева на Путина ничего не изменилось. В том кабинете, в который принимались внешнеполитические решения до прихода Медведева к власти, в том же кабинете они принимались тогда, когда Медведев был у власти, и в том же кабинете эти внешнеполитические решения будут приниматься и сейчас. Не было в России такого, что была самостоятельно медведевская внешняя политика и самостоятельно путинская внешняя политика. В этом смысле ничего не изменилось. Но само изменение России, то, что Россия станет другой, возможно, России предстоят очень серьезные, ну я бы сказал, турбулентность, изменения. Во-первых, потому что другая политическая ситуация, а во-вторых, потому что впереди большие сложности экономического и социального порядка в России, большие проблемы экономические, которые, или бюджетные, можно так назвать, которые до выборов, ну, как-то тянули, чтобы выборы провести. А теперь эти проблемы встанут, и Россия будет в значительно большей степени сосредотачиваться на своих внутренних проблемах. Гораздо больше внимания власти должны уделять теперь тому, что происходит внутри России. И вот это будет отражаться, в частности, и на внешней политике, и в частности, конечно, в СНГ, и в частности, на Армении тоже. Путин и Медведев тарбелюцюн азвезворна идет. Я еще раз говорю, нет. Разница не в Путине и Медведеве, а в новой ситуации. Я повторюсь, мне не кажется, что при Медведеве Медведев самостоятельно вырабатывал внешнюю политику. Внешняя политика останется той же. Но то, что будет новая ситуация, это важно. А то, что, решения во время медведевского президентства принимались, ну, вежливо сказать, как бы так вот, как минимум согласовано, это было очевидно, так что разницы нет. Հիմա մեր հարևանների մասին. Կան արձագանքներ, ով ինչպես են կալել ռուսական ընտրությունները, Վրաստանը, Ադրբեջանը, մասնավորապես ադրբեջանական կողմից չէին թաքցվում այնպիսի հրապարակումները, հայտարարությունները, ըստ որոնց Ադրբեջանում ցանկանում էին, որ ռուսական ընտրությունները տապալվեն. Ինչ կտար դա Ադրբեջանին? Речь, видимо, идет о известном заявлении господина Голузаде в АФА, которому дается в Азербайджане возможность говорить некоторые вещи, которые другим людям не дается возможности говорить. Он вообще для этой роли используется. Зная структуру азербайджанского информационного поля и политического поля, я не верю в то, что Вафа Гулузаде такие вещи говорит самостоятельно. Ему, очевидно, дается разрешение. Ну, видимо, в Азербайджане, в Баку, не совсем четко оценили ситуацию в России, и одним из вариантов развитие событий предполагались какие-то беспорядки. Беспорядки-то они, может быть, и будут какие-то, но привести к ситуации, чтобы Россия резко изменилась, мне кажется, невозможно. Ну, ничего, уже были поздравления, уже были другого типа заявления, все встанет на свои места, все понимают на самом деле. Айсписов, Авартуменк, Путин и интервелла, Дзерантуэ Хаястанин, Парзасенк. Армении нужна стабильная и предсказуемая Россия. Россия, которая развивает свою внешнюю политику более или менее в той традиции, в которой она развивалась. Без резких шагов, без резких движений, без каких-нибудь иррациональных каких-то политических взрывов и так далее. В этом смысле избрание Путина – это некоторое продолжение традиции, это продолжение того, что было раньше, это отсутствие очень резких изменений. В этом смысле это России, это Армении выгодно, это сохраняет тот
балансовое взаимоотношение, которое уже был. Есть те люди, с которыми привыкли работать и с которыми работают. Другое дело, что, ну а что кто-нибудь предлагал, что президентом России может стать Зюганов или Прохоров? Вряд ли это можно было всерьез предположить. И, соответственно, вряд ли можно было предположить, что произойдут какие-нибудь изменения. Другое дело, что, последнее, да, третий пункт, о том, что Россия... С этим Путиным это будет Россия с новым Путиным, и предсказать, что будет в России через год, через два, через три, уже чрезвычайно трудно, и даже при президенте Путине там будут происходить серьезные изменения, и за этим, конечно, надо следить, надо понимать, что там происходит, надо воспринимать, что там происходит, и предвидеть. Մեծվեցի պաշտոնավարման ժամանակ ակնհայտ երևում էր նախաձեռնողականությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում, նույնը սпасել նոր նախագահի կողմից. Я не думаю, с одной стороны, что будет резко меняться российская позиция по поводу Карабахского и Приднестровского конфликтов, то есть вряд ли они будут уходить вообще от разговоров об этом, от какого-то участия в этом. С другой стороны, я думаю, что активность, которая была вот после 2008 года, это же не просто с Медведевым, это начиная с 2008 года, что эта активность была несколько, ну, скажем так, лихорадочной, и что она будет продолжаться вот именно такой активной. Нет, я так не думаю. Я думаю, что более или менее спокойно Россия будет продолжать делать примерно то, что она продолжала делать до этого. А именно в рамках Минской группы продолжать работать на сохранение статус-кво в регионе и продолжение переговорного процесса. Мы это актив дарвакель его вартенг. Анмичапес интрутюнери так хеткеров. Տարածվեց նախագահական Մեդվեդևի կողմից աշխատակազմի կողմից հայտարարություն, որ հարկավոր է վերանայել Խադարկովսկու գործը, դա վերագրել Պուտինին թե Մեդվեդևին այդքան։ Հասկանում եք, ուր է գնում հետընտրական պրոցեսի այդ это заявление в ряду нескольких процессов, которые идут в России. Первый ряд это можно регистрировать политические партии. Раньше это практически делать было нельзя. Второй ряд. Вот вчера была передача по телевидению российскому, которые обсуждались у Соловьева, выборы. И там сидел, например, Рыжков. Давно ли видели вы Рыжкова в российском государственном телевидении? Третьим ряду это то, что сказал Медведев. То есть это сигналы обществу о том, что будет некоторый тип либерализации. Ведь те люди, которые стояли на Болотной площади, те люди, которые противостояли, те люди, которые недовольны, это именно тот самый класс, который требует каких-то перемен, какой-то либерализации. Это работа на этот класс. Будет ли на самом деле пересмотр дела Ходорковского, свободная регистрация политических партий или открытие телевизионного пространства, это мы посмотрим, это зависит от того, как пройдет митинг сегодня вечером, как будет политическая оппозиция формироваться. Но то, что власть посылает сигналы, что ребята, мы готовы быть несколько более либеральными, это несомненно, и, конечно, это не отдельное решение Медведева, это согласованное решение. Շնորհակալություն։ Այսքանը, այսպիսին էր հարցազրույցը քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի մասնակցությամբ։ Հաջողություն։